Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Guitar Mania. Мне постоянно в личку ВК или же здесь пишут одни и те же вопросы. На какой звуковой карте ты играешь? Еще очень часто задаваемый вопрос это «Как тебе стриплоки из Китая?». Речь идет вот об этом видео. В нем я показывал стриплоки из Китая, которые стоят за штуку всего 100 рублей. Их я заказывал с сайта AliExpress и сейчас ими успешно пользуюсь. Я заказывал серебристые, то есть хромированные. Я заказывал черные. Ну и все, наверное, золотые я не заказывал. И постоянно спрашивают, как их заказать, где их заказать. Ну вот, именно в этом же видео есть ссылочки именно на эти стриплоки. Ну, как же их не найти? Давайте сегодня я вам покажу, как, не задавая мне эти вопросы, самим для себя найти на них ответ. Например, берем самое последнее видео. Под всеми видео у меня есть описание. Берем самое последнее. Ну или то видео, которое вы сейчас смотрите. Ведь для вас оно как раз самое последнее. Для меня пока вот это. Берем это видео, опускаемся чуть ниже и видим надпись «Еще». И здесь разворачивается большой список, точнее не список, а описание под видео. Здесь есть вот такая штука, немного дешевых товаров из Китая. Например, ссылочка на сам сайт AliExpress. Вот ссылочка, есть хорошие стриплоки, давайте попробуем их загрузить. Вам сразу вываливаются вот такие комплекты стриплоков, 231 рубль за комплект. На тот момент, когда я покупал, они продавались поштучно и стоили по 90 с чем-то рублей. Ну и до России 56 рублей доставка. Тут есть хромированные, черные и золотые. Сразу могу сказать, что они очень неплохие. Я именно ими пользуюсь. Они у меня стоят практически на всех гитарах. Ну, на Gibson не стоят, потому что на Gibson я хочу купить какие-нибудь Ernie Ball за 2000 рублей. Но пока не купил, потому что дорого, зато вот эти на всех остальных гитарах уже стоят. Еще ни один не сломался, ничего с ним не случилось, так что заказывайте, экспериментируйте. Стоит недорого и попробовать как минимум можно. Следующий вопрос, какой звуковой картой ты пользуешься? Ну, посмотрите, если спуститься в описание чуть ниже, вы увидите такое мое оборудование, здесь есть Gibson Flying V, Ibanez RGR-321EX, Dean Vendetta 1.7, Tascam US1/2, это как раз моя звуковая карта, Egg AKG, короче, наушники, K240 Mark II, это как раз мои наушники, это мой диктофон, это мой фотоаппарат. Берем, например, попробуем загрузить ссылочку Tascam US1/2. Вот вам, пожалуйста, моя звуковая карта. Вы можете почитать ее характеристики. В общем, все доступно. Даже здесь показано, где их можно купить. Давайте посмотрим, например, Gibson Flying V. Вот вам, пожалуйста, Gibson Flying V, его стоимость. Также вы можете почитать его характеристики, если вам это очень интересно. Давайте попробуем посмотреть Dean Vendetta 1.7. Да, вот он, мой 7-струн. Нет в продаже, но как минимум характеристики его вы можете здесь почитать. Наушники мои. Вот сейчас именно в этих наушниках я сижу перед монитором. Вот они мои наушники. AKG K240 Mark II. Вот его стоимость. Не очень-то они и дорогие. Пожалуйста, где их можно купить? Вот так они выглядят. Ну и совсем, если вам интересно, вот он мой фотоаппарат. Да, даже его сейчас можно купить. Цена не очень низкая, но когда я его покупал 2 года назад, он стоил почти 50 тысяч. Ну, это очень, кстати, классный фотоаппарат. Это компактный. Он считается как бы среди, не знаю, как объяснить, то есть как будто бы профессиональный компакт или как-то так. То есть это компактный фотоаппарат, у него не меняется ни объектив, ничего не меняется, но изначально у него стоит очень хороший объектив от Carl Zeiss, по-моему, называется. Ну, фотоаппарат называется Sony RX100 Mark III. Сейчас, кстати, уже вышел Mark VI, то есть 6-я модификация этого фотоаппарата, который, по-моему, на секундочку стоит от 90 тысяч рублей. Представляете, за такой компактный фотоаппаратик он в ладошку помещается, 90 тысяч рублей. Хотя матрица и сам объектив не изменились, изменился процессор, стабилизация. То есть снимает по качеству он так же, только он стал функционально покруче. Ну и что тут еще можно посмотреть? Ну и Ibanez, например, можно посмотреть. Внешне, кстати, мне очень нравится, очень шикарный Ibanez.
Конечно же, его нет в продаже, это уже достаточно старая модель, но как минимум, опять же, характеристики его вы почитать можете. Значит, давайте пройдемся еще раз. Открываете любое видео, например, то, которое вы сейчас смотрите, или же любое другое. Заходите в описание, жмете кнопочку «Еще», и здесь есть вся информация, которую я хотел вам дать. Например, если вы хотите меня поддержать, пожалуйста, вот карточка. Все ссылочки на AliExpress, которые я планировал вам дать, здесь есть, и описание моего оборудования. Стоит копнуть немножко глубже, и вы сами все узнаете, и не надо будет лишний раз переспрашивать и задавать эти одни и те же вопросы. Но и все равно, если вы в чем-то не разобрались, если вас что-то интересует, и вы не знаете, где найти информацию, пожалуйста, пишите мне в личку, я обязательно вам отвечу на любой ваш вопрос. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, ссылочка также будет в описании под этим видео. Ну а меня зовут Сергей, и это канал Гитармания. Всем позитивного настроения. До встречи на Ютубе!